Мне кажется, нужно просто любить свое дело. И если каждый будет так делать, тогда, может быть, что-то в нашей киноиндустрии изменится. Так украинское кино развивается. У нас все профессионалы. Профессионалы? Это шутка такая? Меня сегодня чуть не переехал КамАЗ, потому что продакшн хотел сэкономить на каскадере. Не запрещают заходить в актерский вагончик, потому что там сегодня московская актриса в ретроградном Меркурии, которая уходит курить на твоем крупном плане. И это с режиссером, который вечно бухой на площадке рассказывает, какой он гений. За 700 гривен за смену ты учишь за ночь 30 страниц текста, приезжаешь в 6 утра в конец зеленого забора в своей игровой одежде, чтобы тебя не забрал водитель, потому что он тебя провтыкал. Меня тоже. А женщина? Меня тоже забывали. Это женщина, кастинг-директор, которая парит финансовую пирамиду у себя на профессиональной странице. А кастинг-директора? Кастинг-директора – агенты. В цивилизованном мире это называется конфликт интересов. Только в нашей киноиндустрии можно сказать, что эти люди профессиональны, да еще и с честным лицом. Но в этом-то и дело. Мы видим этот непрофессионализм на каждой съемке, в каждом продакшене. И мы терпим. Терпим, потому что это нормально. Это привычно. Мы терпим в кино, в сериалах, в рекламе. Даже в озвучке. Я подам пример. И то, что я сделал, актеры не будут бояться говорить и последуют моему примеру. Всегда. Да. Меня надо Рогожичек высадить.